привет, это кубок номер 13, команда UBF, Андрей. Ну, жеребьевка прошла, как тебе, в принципе, прикольная, по-моему, да? Да, группа очень хорошая, я думаю, команда, ну, одни из самых сильных, наверное, на этом кубке попались именно в первую группу, поэтому кто выйдет, ну, сказать абсолютно невозможно. Да, потому что я даже спрашивать не хотел, вот реально просто смешно было. Да, потому что все четыре команды, все команды достойные, я думаю, что борьба будет просто, будут решаться там по забитым и пропущенным или еще каким-то образом, то есть я не думаю, что какая-то из этой четверки команд выйдет намного вперед, либо же останется там далеко позади. То есть я думаю, будет равная борьба, поэтому пройдут самые достойные. Хорошо, Андрей, ну, ты вот такое, ты вот думаешь, ты смотри, в прошлый раз было на 11 кубке 2 UBF. Да. Скажем, откровенно, один не сыграл свою игру, не показал, скажем, спортивного характера. Вот, в связи с чем сразу усилился регламент, ужесточился. Какой состав будет на этот кубок? Он попадает, вот как раз будет состав топ-шоу на этот регламент или... Да я думаю, будет. Ребята должны быть поспокойнее, чем в прошлый раз. Это во-первых. Во-вторых, то есть я буду уже рядом, буду контролировать их эмоции. Ну, я думаю, приезжаем, ну, в первую очередь для того, чтобы поиграть в футбол. Совершенно верно. Да, а потом, ну... Ну потом, можно и потом уже. Да, да, совершенно верно. Тоже такое дело. Хорошо, всем спасибо. Это был Андрей, команда UBF. До свидания. Уже наше интервью. И с нами Виталик, команда Добро. Виталик, ну вы на 12-й решили не заявляться, наверное, устали или как? Не, у меня просто день рождения было. Нам было не до кубка. Всего там без вариантов было. Без вариантов. И что, даже дико? Ты хуже, может, хоть размялись бы. Да куда там, я еле ходил. Пацаны, да. Нет, ну ты что, ты тогда говоришь, не говори, на ХФЛ вообще не пьют. А, не, ну, мы не пили, просто тяжело было, и все. Устали на кубках. Да. Вот, согласен. Ну что, Виталик, в принципе, вот прошла жеребьевка, а как тебе? Что я могу сказать? Трудно, как никогда. Ну первая группа-то вообще убийство, да? Ну вообще нет слова. Хорошо, что мы в нее не попали. Не, ну почему? Вот знаешь, вот говорят, играть с сильными было бы, ну, вот, оно интереснее, потому что быстрее учишься. Прикинь вам в эту... Нам уже хватает гарматной, то что колодят. Не, ну да, вы их любите. Да это очень сильно. Не, ну у вас был более-менее нормальная игра, 8-3, по-моему. Да 8, мы играли 6-3, 6, да, что-то такое. Да, кстати, первый, я помню, я судил этот матч, первых 3 гола забили вы. Ну да. Да мы все время первые. Мы расслабились просто. Ну, понятное дело. Да и просто гарматы неправильно, нужно поудалять их половину. Да нет, этот раз мы уже с ними разберемся, я думаю. Вот, вот настрой боевой. Хорошо, Виталий, как у тебя с составом? Какие мысли? Так, состав самый оптимальный, как и всегда, был. 4 человека, может 5, возьму человек. Будем показывать игру хорошую. Я надеюсь, что мы продемонстрируем, на что мы способны. Думаю, попробуем выйти в полуфинал уже. Надо. Ну, пора, честно. Да вот прошлый раз уже сколько раз было, ну, видишь, не получалось по разнице забитых. То есть... Ну, блин, да, такое у вас... Ну, оно везде так в футболе. Ну, этот раз мы постараемся без разницы этих забитых пропущенных выйдем. Ну, тогда удачи вам и всем спасибо. Спасибо. И продолжаем наше интервью. Саш, ну, да. Поздравляю. Наконец-то оно, кубок ваш, 12-й, да, ты уже забыл. Да. Ну, ты знаешь, вот я так понял, что вам нужно реально состав собирать где-то ночью начинать, тогда вы выиграете кубок. Тем более, смотри, приехало 6 человек, осталось на финале 4, и вы взяли кубок. Ну, я думаю, мы так не будем рисковать, но все-таки серьезнее надо подходить. Ну, смотри, так, я это случайно скажу. Я с гарматной вот ехал обратно, я четко знаю, но они сказали честно. То есть Сия просто хотела больше выиграть. Нет, вы поставили на ворота, вы вообще непонятно, вы Карпюка поставили на ворота. Че, ну сильный футболист, что ты так? Так не воротик, не, я сам в шоке был, какой талант реально пропадает. Это ж, ну куда его форварды, тут реально это воротик супер. Зал в такой ситуации, ну как в этом ситуации с этим залом, с нашим подбором игроков, вообще вратарь это... Это четвертый полевой, я с тобой согласен. Это все равно, не нужен футболист с хорошими руками, но нужен футболист с хорошими ногами. Заметь, как это не нужен, ты помнишь, что... Хотя не, он даже не руками, он, по-моему, там на шпагате, ну, где-то, ну, с угла, да, вытянул, я не знаю как, но он, по-моему, сам удивился. Я говорю, неважно, какой человек вратарь, ставка больше делается на то, как он помогает команде ногами. Как говорит Бразилия, вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Тут немножко так, ну, немножко тот же принцип. В принципе, вратарь может 2 не отбить, но его задача в этом случае 3 забить. Поэтому, если у него сильная нога, то нивелируется и отсутствие рук.
Хорошо, Саш, ну вот, в принципе, вот жеребьевка прошла, ну, группа веселая, это, то есть это вам за то, что вы кубок взяли, вам веселая группа, как бы. Ну, я скажу так, если брать вторую группу, в принципе, там тоже было бы и с кем. Как всегда, нельзя сказать, что где-то группа сильнее, где-то слабее. У нас, в принципе, разрыв, можно сказать, чуть-чуть выше от первых команд, которые выйдут, чем в той группе. Но все равно, практика показывает, что даже сильные могут не выйти из группы. Да, я согласен, взять тоже Астролуча, оно играет всего пятый кубок из этих пяти кубков, а три раза в они в полуфинале это точно были. Ну, не, ну мы проиграли, мы единственная игра, которую мы проиграли в прошлый раз, то есть сильная команда, да. Молодцы, действительно. То есть они дадут там бой. Ну, а у нас в группе шо? Ну что, Дашик? Карталя. Ну, я просто не знаю, какие составы привезут. Вплоть до того, какой состав мы привезем. То есть я до сих пор не знаю. Ну, ты так же самое будешь собирать, как и на этот кубок в 2 часа ночи? Да нет, я думаю, пораньше. Думаю, до 12 не сожжем. Ну, можно начинать сейчас, в принципе. Ну да, я думаю, уже после жребия можно сожжем. Тем более, подожди, Олежка, что на моем районе живет, что ему тяжело на мою маршрутку сесть, мы в одно время едем. Олежка живет и на моем районе. Это, ну, неважно, по каким причинам люди отсутствуют, то их не проблемы, я живу. Главное, собрать боеспособность. Состав, ну и серьезно подойти. Ну, в принципе, тогда пожелаю вам опять удачи. Реально, спасибо. Прошлый кубок был ваш, действительно, это вы его хотели, вы должны были его взять, вы его взяли. Тогда все удачи, спасибо. Это была Сия. Продолжаем наше интервью, и с нами команда новичок Кузимних кубков, команда Гашика. Как? Ну, а с чего вообще взяли, вот решили вот заявиться на зимние кубки? В принципе, ты, Бали, и так играете постоянно на них. Ну, потому что люди хотят поиграть. Почувствовать ты... уровень этих зимних кубков. А не хотите там, может, с Барри показать класс, что вы выше, вы уже в зале все-таки уже 2 года без перерыва, там постоянно. Ну, так мы будем играть, и еще люди будут с нашей команды. То есть, ну, они тоже в этом зале часто играют? Конечно. А, то есть для них это будет, ну, свой зал это не будет? Да. То есть, вас можно даже с новичков выкидывать, можно ну, сказать? Конечно. Так тогда и неинтересно. Хорошо, а как скажешь, вот прошла жеребенка, вот две группы, и вы в группе А. Интересная группа. Ну, интересная, да. Но я не знаю, как там по составам. Угу. Как будет Сия, каким составом. Потому что там у Синика в пятницу день рождения. Плюс тебя не будет. Не, ну, смотри, вот не будет фуршета, то есть уже Мороз, хоп, уже где-то, по-любому, где-то же он заиграет. Я думаю, в субботу. То есть кто первый его украдет? Может быть. А вы на него не целитесь? Нет. Нет. К сожалению, нет. Хорошо. Ну, какие, в принципе, планы вот по выходу из группы? Что думаешь? Какие у нас могут быть планы? Ну, понятно. Кубок. А, ну, а с кем видишь вот полуфинал? Полуфинал? Наверное, с Гарматным. А вот больше, да, нас хотелось бы с Гарматным из полуфинала. Да, лучше в полуфинале с ними сыграть. Да, они в финале с ними действительно сколько уже игр. У них, насколько мне известно, 11 кубков и 7 финалов из этих 11 кубков. Есть... Ну, в полуфинале их выиграть, чтобы они... Да, чтобы уже без вариантов. Да. Я с тобой согласен. Тогда вам удачи и всем привет. Хорошо, спасибо. Так, кто-то... Интервью 13-го кубка и с нами команда Астролучи. Антон, ну, честно скажу, вы играете 5 или 6 кубков, да? Подряд 6-й кубок. 6-й кубок, и насколько известно мне, то есть из них 3 раза вы выходили, как минимум 3 раза выходил Астролучи. Знаешь, вот я разговаривал с многими командами, реально нравится ваша игра. И то есть многие не хотят той же Сея, которая прошлой 12-й взяла кубок, одну игру они в группе проиграли, и это были вы. Да, там проиграли не нам. Вот, и они согласились даже, что ребята молодцы, сильные. Вот. Что ты с командой сделал? Вы не были сильными. Собираем коллектив, усиливаем коллектив. Вот. Ну, наверное, сыгранность пошла какая-то. Вот, кто-то уходит на второй состав, возможно. Ну, хотим войти в сезон 5-й лиги на высоте. Согласен. Ну просто я помню Астролучи летней кубки. Это шаровые 3 очка, можно сказать. И вот Астролучи сейчас вот уже, это, блин, ну, придется тягаться. Ну тут да. То есть тут тебе респект и уважуха. Спасибо. Потому что все-таки ты организатор, я вижу, что ты организовываешь, ты не играешь, но ты каждый раз приходишь и ребятам там тому подзатыльник дашь, того погладишь.
То есть, ну, поддерживаешь команду, я считаю, что это правильный подход, и нужно так делать. И команда, в принципе, по-моему, тебе этим отвечает. То есть, выигрывать у таких грандов, как Сиа, ну, Гарматы еще, насколько мне неизвестно, еще не выиграли, но Форшет тоже уже выигрывали. Вот, то есть, вот этих грандов уже выиграли. Остался только Гарматный, это уже будет полная баста, то есть, это заявление. Еще с ЕМВ хорошо бы нам поиграть. ЕМВ, ну ты видишь, они, по-моему, немного перестали. Не знаю чего, может им скучно, что они привыкли, просто, понимаешь, прошлые зимние кубки ЕМВ взяла, да, по-моему, кубков 10. Mm-hmm. А тут с трудом 2 или 3, по-моему. Mm-hmm. Вот, потому что как бы все уже, нету слабых команд, ты же заметил это, и игра идет равная. То есть ребята, может, не привыкли играть на равных. Ну, не будем говорить, потому что ЕМВ это ЕМВ, вы это вы. Ну, тогда вот тебе жеребьевка, там еще можешь сказать. Опять Гарматная у вас. То есть вам, я так понял, вам Гарматная — это ваше везение. Вот если Гарматная будет, то я думаю... Пора. Пора, конечно, выигрывать. И, ну, как минимум, я думаю, выйдет Остролучья Гарматная. Угу. Вот. Ну, там уже если в полуфинале не встретимся с Гарматной, может быть, в финале. Ну, да, хотим уже взять победу над Гарматной. Даже с летних кубках когда-то играли в ничью, проигрывали с ними. Вот, проигрывали в группах Гарматной и Остролучья 2, и Остролучья. Чуть не повезло в полуфинале в прошлом кубке, но думаю, ребята, вот. Они, по-моему, у меня даже есть у меня результаты. Я же все себе держу. Сейчас сделаем, легко, Антон. Это 12-й кубок был, да? Последний. Ну, ты говоришь, не повезло в результате. Не повезло по пенальтям в полуфинале. О, точно. Остролучья Гарматная. Первый тайм 3-3, после второго 4-4 и 5. Все, вспомнил, да. И мимо. Вот оба удара было мимо ворот. Вот это не рассчитывал, вот скажи, или просто не подготовил ребят пенальти? Ну, почему? Как бы всегда, наверное, настраиваемся на то самое, на пенальти, но. И может еще просто штатных нет. Скорее всего, что вот, наверное, и сломил первый. Удар, первый гол, а команда Гарматная, и там уже немножко, ребята, то есть немножко упала уверенность. Упал дух, скажем так. Ну уже, видишь, да. Надо было все-таки дальше их давить, трусить. Ну, вот, а они, видишь, взяли и второй, то есть без вариантов сделали, и, ну, к сожалению, 2-0. Ну, я думаю, извини меня, полуфинал по пенальти это везение. Ну да, ну, лотерея, что поделаешь. Хорошо, а с кем видишь полуфинал? Не знаю команду Гашика, как выступает с ЮБФом играли. Ну, возможно, Сиа или ЮБФ. Угу. А с кем был? Хотелось бы с тот же Сиа еще раз сыграть. Еще раз, то есть подтвердить свое. Ну, почему бы нет. Ну, было бы неплохо, будет интересно это посмотреть. Честно, вот 12-й кубок по сравнению, скажем, с 11-м, был один из самых спокойных кубков. То есть, ну, я редко так мало карточек показываю, но я посчитал, у меня 3 или 4 желтых карточки. Ну, я как своих, да, ребят всегда настраиваю. Я сам был, я честно был удивлен. Вот, знаю, ну, меня много лучше ставили, знают, они знают, что там, говорят, ты план выполнил, там 8 желтых как минимум. Вот, то есть тут, а тут, ну, всего 4 за весь кубок, это 15 матчей. То есть эта игра была на спорте. Это действительно была спортивная, интересная игра, которую многие смотрели с удовольствием. Не было, что кричали из лавки запасных. Что да, вот, была, я помню, была поддержка. Вот как раз со стороны Остролучья, когда Гарматная играла последний свой матч на выход. Да, не было. Была поддержка. Мужикам, да, да, и ну, вам нужно было, чтобы не проиграли. Ну, то я думаю, Гарматная мне отпустила тоже свои очки. Но, надеюсь, умирает последний. Хорошо, с нами это было Остролучья и Антон. Счастливо. Наш интервью 13-го кубка и жеребьевка. Команда Дом Архитектора, Юр, давно не виделись. Да. А что было? Куда вы пропали? Клись. Да, ну, такое, у нас обычно тренировки идут. Ну да, сразу за нами, да. Это я в курсе. Начинаются они чуть позже, потому что задержечки вот эти все, ну то такое. Не, ну, извини, ну ты сам понимаешь, что я не могу. Это нужно либо сокращать матч на 2 минуты каждый. Согласен, это, вот, нет, это там свои проблемы есть, и мы все знаем. В общем, такое у нас там. Поэтому мы решили на этой тренировочке сделать такой тоже мини-турнир. Усиленный. Ну да. Угу. Готовились только. Не, ну короче, да, в субботу придем. Хорошая группа. Да, группа у вас, кстати, вот мне тоже понравилась. Удачно. А каким составом?
Но я там от пацанов слышал, они перечисляли игроков, говорят, вот это такие-то, такие-то будут, там дедушка, которого они назвали, ну он как бы не дедушка. Так ты хочешь сказать, что Лавриновича, Гетьмана и Шевченко не будет? Ну, скорее всего, не будет. Будут... То есть будет тот дом-архитектор, когда играло два дом-архитектора, и второй дом-архитектора взял кубок? Да, скорее всего, этот. Вот тот состав. Тот или... Не тот, в общем. Или не тот, но тот, но усиленный. Ну еще, да, постарше люди. Те, которые были еще лет 7 назад. А, это действительно дедушки. Ну, в принципе, интересно будет посмотреть. Вот, хорошо, но что думаешь вообще, как бы две группы, ну, вам больше повезло. Вот, мы как раз и группа для дедушек. Да, мне группа вообще очень нравится. Вот, а что вот скажешь? Ну что тут сказать. В каждой команде есть мой друг. Думаешь, поможет ему? А что, от каждого попросить забить баночку там вот. Нет, просто в том плане поможет эмоциональней. Ну, в принципе, да. То есть играть со своими знакомыми уже гораздо легче. Да. И тут я с тобой полностью согласен. Это оно всегда так было. Ты когда играешь, ты видишь, что это свой, ты знаешь, что он умышленно никогда тебя не ударит сзади. Никогда не свалит, и если он тебя обыграет, тебе наоборот будет приятно, что твой друг тебя обыгрывает. Согласен. Тут я с тобой полностью согласен. Хорошо. Ну, планы, в принципе, как у всех, правильно? А какие у всех планы? Ну, выход, там, ну, минимум выход с группы. А, да. Ну, чисто по футболу, если зато да. Ну, а вообще, хотелось бы просто завиться и повлиять. И получить удовольствие. Да. И повлиять на других, чтобы как бы было более в зале... Более интереснее? Да, ну, да, интереснее, чтобы царил там мир, вот это все. Такие, а 12-й да. кубок прошел, у меня всего 4 желтые я дал. Представляешь, за весь кубок? За последний? Угу. 4 желтые. За 15 матчей. Сам удивился. Да, это, конечно, надо запомнить. Это реально, это был шок. Ну, команды играли настолько интересно, то есть было на что посмотреть, даже я вот часто устаю, а тут были такие матчи, у меня уже ноги трусятся, а реально интересно смотреть на них. Действительно было классно. Я не был, я, по-моему, попал на конец предыдущего кубка. Там вроде было, я так понимаю, и красных куча. 3 или 4 красных. Вот. А нет, 4 или 5. Ну да, разные. План выполнил. Хорошо. Юр, ну, допустим, выходит из группы, с кем бы хотел бы в полуфинал? Хотелось бы с Гарматой полуфинал. Да что ж вы всех не лезете к этой Гарматной? Вот все с ней в полуфинале. Ну, хорошо, они выиграют. Ну, задолбали уже, да? Да. Сколько ж можно? Не, ну они выиграют, когда как бы нас нету. Хотя, сейчас они нас тоже выиграли. Этой зимой. Вот. Не, ну а потом в финале с новой жизнью тоже друзья хорошие. Ну, и... ну я знаю новое життя, вот мне Калюжный говорил, что вот пока есть название новое життя, да, это играют молодые. Вот только Вида Нуэва, это сразу все так основная основа. А сейчас они это новое життя, это значит молодняк будет, я так понял. Да. Да, ну, то есть вот этого он мне, я в прошлый раз просто спрашивал, мне интересно даже было. У них три названия есть. Новое життя, Вида Нуэва и New Life. Да. Вот, они на кубках заявляются, либо Вида Нуэва, либо Новое Життя. Вот Новое Життя это хлопцы молодые, которые не проверяют и сыгрываются. А, там я из них еще не играл. Из них только, из старых там только Калюжный. Ну им тяжело будет, я думаю. Вот им действительно тяжело будет. Я ему тоже говорил, он говорит, ну надо же сыграться. В принципе, правильно делает. Ну, хорошо, это была команда Дом Архитектора. И Юра, всем удачи. Команда Вида Нуэва попала в группу вместе с командой Добро, Остролучие и Гармат. Юрюш, как ты думаешь, ну, вообще, скажи, пожалуйста, сильно ли будет отличаться состав команды Вида Нуэва от команды Новое Житие, которая приступала неделю назад? Изначально я думал, чтобы Вида Нуэва основу играла, но теперь хочу, чтобы малые попробовали играть уже. Будем их пробовать, додействовать. Опыт получают. То есть состав будет практически тот же самый, да? Да, только может быть, я еще не знаю, но может быть еще Хмырка добавим капитана. То есть усиление будет однозначно? 1-2, да. Угу. Ну и в прошлый раз ты угадал, кто забил первый мяч или нет? Кто первый мяч? А я не говорил. Я не говорил. А, ты в этот раз тоже, как бы. Кто первый мяч добит? Да. Да. У нас Хмырко. Если будет играть, да. Я понял. Ну хорошо, спасибо тебе большое и тебе удачи. Спасибо. Деле.